Монета 10 рейс или реалов 1892 года. Португалия. Период правления короля Карлуша I. Монетный двор Лиссабон, Португалия. На реверсе монеты прописан ее номинал. Число 10. Под ним обозначено название денежной единицы. Надпись «Рейс». «Рейс» во множественном числе – португальское слово «реал» до 1942 года. Слева и справа от номинала полукругом расположены лавровые и дубовые ветви, скрещенные внизу и перевязанные лентой. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек. На аверсе, расположен развернутым к реверсу на 180 градусов, в центре поля монеты круг из точек. В нем расположен рельефный портрет короля Португалии Карлуша I, мученика, правившего с 1889 по 1908 год. Портрет геральдически развернут влево. Под портретом в окружении двух точек указан год чеканки монеты. Дата 1892. Вокруг портрета вдоль канта надпись на каталанском языке. В переводе «Карлуш I, король Португалии». Под самым срезом шеи портрета отчеканена мелкая надпись «Алвес» на латинице. Знак дизайнера монеты художника Валансио Алвеса. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек. Гурт монеты гладкий. Монета изготовлена из бронзы. Вес 5,8 грамма. Диаметр 25,3 миллиметра. Толщина 1,5 миллиметра. Чеканили монету на монетном дворе Лиссабон, Португалия. Тиражом 9 928 тысяч штук. Средняя цена монеты 300 рублей. Конкретно эта монета была куплена за 400 рублей. Встречаются монеты 10 рейсов 1892 года, отчеканенные на Парижском монетном дворе, Франция. Такие монеты можно отличить по присутствию в нижней части реверса, вот в этом месте, буквы «А», знака Парижского монетного двора, Франция. Тираж монет, отчеканенных на Парижском монетном дворе, составляет 5 769 тысяч штук. Стоимость на 10% выше –